Можешь не благодарить. Эй, садись. Поедешь в безопасное место. А, спасибо. Удачи тебе.
здесь. Отлично. В общем, я сейчас встану и пойду прогуляюсь. Когда я тебе позвоню, пойдешь за мной следом. Только не слишком близко, а то мы его спугнем. Гляди по сторонам. Может, кто-то отирается, следит за мной с какой-нибудь крыши, обращая внимание на все подозрительное. Ясно. Ух, ладно, пошла я. Ред Мэннес тоже наблюдает, только сверху. Пожелай мне удачи. Перепадет, а? Как бы тебе поебалу не перепало! Хочешь рискнуть? Нет? Я так и думала. Старые извращенцы! Сегодня когти придут за оплатой. Я только что получила сообщение. Вот сука! Ведь тебе, естественно, блядь. Спокойно, все хорошо. Тебе что, нет? Плохая неделя. Сначала ребенок заболел, потом разборки эти всех людей распугали. Может, мне простят, а? Я же всегда в большую воду. Возможно. Что ты вот опять начинаешь? Это же рука какая. На себя посмотри, Булгаров. Что получилось? Эй! Пилоу-файт, охрененная песня! Не знаю. Она охуенная! О, мы вроде им давали большое интервью. Какой это номер? Эй, привет! Можно с тобой сфотографироваться? Я тебя обожаю! Конечно! Как тебя зовут? Зеленое облако. Ха-ха! Круто! Заткни и чиз! Чиз! Вот так! Спасибо! Спасибо огромное! Милая малышка. Это прямо идеальное место для засады. Гляди в оба. Не продается. Вали, а то покупателей распугаешь. Да я кто? Не покупатель? Креветки свежие? Только что доставили. Прямиком с лучшей аквафермы в Найт-Сити. Аквафермы? А вы как думали? Из Пасифики? Я этот мусор из океана не ем и вам не советую. Что это было? Если еще кто-нибудь такой подойдет, я ему врежу. Слушай, мы уже везде прошли. Наверное, нет его тут.
Ладно, Ви, хватит уже. Скажу Редмена, чтобы она нас забрала. Думаешь, я просто малолетка тупая? Я тебе... Господи! И умер ли они? Упорно стреляла, сука! В один день. Я тебе все отдала! Вообще-то тебе не следовало никого убивать, но так будет лучше. Именно. Слушай, я теперь должна позаботиться о том, чтобы не было огласки. А, деньги тебе переведу сразу, как только доберусь до дома. Обещаю. Не к спеху. Ладно, пока, Блюмон. Будь осторожна. Интересно. Это не квартира, а какой-то музей древности. Зато ты чувствуешь себя как дома. Это телка сечет. Это все, что ты можешь сказать? И выглядит ничего. На 6 из 10. Кажется, тут кое-кто любит нырять. Тут сразу видно. Профессиональная техника. Ну ты подумай. Perilous Future. Электропанк? По мне так полное говно.
Не знал, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился. Так, так, так. Коллекция Бушидо в формате брейн-данса. Первые три части давно стали раритетом. Всем вспомогательным группам полиции. У нас сообщение о преступной активности на Мартин-стрит. Обнаружены члены группировки «Мальфрём». Среди них замечен Кайзер Хертер по кличке Херу. Он осужден за работу рипером без лицензии и приговорен к смертной казни за убийство первой степени. Властями города назначена награда за устранение Херцога и его подельников из «Мальфрёма». Thank you.
Thank you.
тебя даже пытаться.